Всем привет! Это часть вторая, и сегодня вы находитесь на канале Алексис Твал. Мы как в первой части еще. Мы в этом парке. Да. Из-за этого. Вот, смотрите, какая. О, пипец! Сразу первая часть и сразу. Ну, вторая, короче. И сразу такое. Короче, вы как заметили, мы находимся на улице. Мы находимся на улице. Не, второй уже бежит. Короче, мы находимся на улице, и тут вот такое. Еще озеро и вот такое. Там сзади еще вот такие вот динозавры. Но тут уже сразу мощно. Он просто отрывает кусок, посмотрите. Видите? Тут вообще кровище. Ну, вы понимаете. Так было в природе. Вы это понимаете, надеюсь. Аделька, смотрите, какая. Играет у динозавра. Ладно, мы к ним. Мы пойдем сейчас к ним. Мы тут, кстати, со всей семьей, с Ириной, с папой и с мамой. Тут, смотрите, можно раскопки делать. Это что такое? Смотрите, тут раскопки. Смотрите, раскопки идут. Можно реально копать. Пойдем копать? Трин, пойдем копать вот тут? Давай. Вот такое раскопки делать. Давай. Ладно, и давай. Начинаем. Смотрите, мы что-то нашли, ребята. Это что такое? Чего-то странное. Мауно. Давай. Давайте раскапывать, ребята. Мы начинаем. Там ложка. Смотрите. Пипец. Откуда хвост идет? Это пипец. И, кстати, наша раскопка вот тут пошла неплохо так. Мы нашли находку. Динозавр. Вот, смотрите. Систем. Это все мы нашли. Мы тут уже где-то 3 часа копали. Да, нет, смотрите. Больше. Это займло времени 5 часов. Реально. Мы копали, копали, и так ничего не раскопали, бочки. Только это все. Смотрите, сейчас копаем еще вот тут. Мы вот такими маленькими ложками копали. Вот такими. Дай маленькими. Мою. Вот я вообще вот такой мимушкой. Вот. А я вообще вот такой. Вот, вот так копаем мы. Оп. 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 Так мы копаем. Дальше. Сейчас вам еще покажем через час, как выглядит будет. И бам! Час спустя. И вот так это выглядит. Короче, вы, наверное, даже не заметили разницы. Но мы начали вот тут, вот видите, вот мы эти кости немножко вот тут проделывали. Тут, вот тут, вот. Все, тут вот так раскапывали, тут тоже. Короче, мы все тут раскапывали. Эделина, кстати, сделала вот целый. Как его? Целую гору. Вот. Гора наша. С шишкой. А это хвост динозавра, типа. Вот сама Аделька. Это не хвост динозавра, а как это сказать, лесенки. Здесь еще крючок добавлю, чтобы дверь открывалась. Ну, она, короче, замок строит. Сейчас я вам покажу еще динозавров. И начинаем.
Но это я вам уже показывала. Там еще несколько динозавров, которые я вам покажу. Но это вообще жестко, бедняжки. Пипец. Ну ладно, так было в природе. И следующий. Ой. О, смотрите! Какой милашка! А, он выглядит как живой. Сейчас мы тебя туда кинем, а ты потом разбираешь. Аделина! Пипец. Да. Скажите, он выглядит как настоящий. Сейчас укусит как? Ладно, и следующий. Ой. Короче, сейчас будет следующий. Зрители. И самое последнее. Смотрите, какой. Тирекс, пипец. Всеядный. Он огромный, как не знаю кто. Вау. Пипец. Но на этом месте я с вами попрощаюсь. Всем пока. Вы были на канале Алексис и Фау. И всем пока-пока.